55 человек из далекой республики Саха-Якутия прибыли в Казанский федеральный университет. Здесь делегация профсоюза студентов Северо-Восточного федерального университета посвятила целый день изучению истории и культуры республики Татарстан. А после гостям провели экскурсию по Казанскому федеральному. Кстати, делегация из Якутии прибыла в Казань не просто пройти курс обучения профактива, но и для обмена опытом со своим собратом федеральным университетом. Мы вот посещаем Казанский федеральный университет. Мы являемся братским университетом, это можно так сказать. Почему? Потому что, во-первых, это федеральные вузы, во-вторых, это мы живем в национальных республиках, и это тоже у нас очень много схожести. Вообще мы считаем, что республика Татарстан для многих регионов Российской Федерации является примером во многих направлениях деятельности. А также мы считаем, что и республика Саха-Якутия может свой богатый опыт передать братским народам нашей страны. Студенты из Северо-Восточного федерального университета – частые гости мероприятий КФУ. В рамках взаимодействия между федеральными университетами как раз и прошла встреча представителей двух профсоюзов. На встрече казанцы делились опытом деятельности профсоюзной организации студентов КФУ, говорили о взаимодействии с администрацией университета и о насущных вопросах жилищно-бытовых проблем. Такие встречи полезны, потому что рождаются новые идеи, потому что ты понимаешь и можешь получить опыт тех процессов, которые происходят в деятельности той организации, которые, допустим, важны. Вот их заинтересовал вопрос назначения материальной поддержки для студентов. То есть нас интересуют вопросы тоже вообще, допустим, проживание иногородних студентов. Поэтому вот те вопросы и такой обмен опыта, эти мероприятия, они важны для деятельности профсоюзных организаций, для того, чтобы получить опыт, для того, чтобы двигаться дальше, посмотреть интересные проекты. Анастасия Иванова, Роман Самарин, Универньюз.